Очень доволен этой покупкой. Сумочка очень легкая. Можно сказать, ничего не весит по ощущениям. И очень вместительная в то же время. В нее может поместиться термос, пакет еды, пакет влажных салфеток, телефон и по мелочи наушники, таблетки от головной боли, пластырь на всякий случай. Ну и здесь поместится еще какая-нибудь бумага, что-нибудь, записи, какие-то документы, копия паспорта. И все, оно сейчас так компактно довольно лежит. Замочек у нее на магните. В принципе, спокойно ее можно носить просто так, чтобы эта верхняя крышка болталась. Это тоже удобно. А можно и примагнитить ее, и она хорошо довольно-таки держится. Так просто она не сойдет с магнита. Вот я ее тяну, вот так она сошла. Значит, замок у нее на молнии, нигде не заедает ничего. Сумку я заказал в прошлом году, 22 августа 2017 года. И вот уже почти год ей пользуюсь. И тем летом пользовался, и зимой пользовался, и этим летом пользуюсь. С ней очень удобно. В любое время года. Ремешок у нее регулируется по длине. Вот. Я делаю покороче, если хочу, чтобы она повыше. Так удобно ее прижал к себе, даже бегать можно. Можно удлинить, ну, по своему росту, короче говоря. Вот, походу, максимальная длина. Материал внешней части, по сути, сама сумка, так, сейчас, секунду. Сама сумка сделана из синтетической кожи на микрофибре. Подкладка внутри сделана из полиэстера. Ну что, теперь покажу поближе, какие отделения у нее есть. Сейчас я сижу на стуле. Точно так же я сижу, когда еду в транспорте. Значит, снаружи вот на самой крышке есть такой карманчик. В него я обычно ставлю билеты с транспорта, если мне лень их в руках держать. Сзади вот с этой стороны есть такой карманчик. Кучу бумаги можно сюда поместить. Под крышкой теперь. Здесь есть с этой стороны карманчик. Здесь я телефон, наушники держу обычно. Сюда и второй телефон помещается. В основном отделении. Оно очень вместительное. Мне нравится, что в нем нету разделения на более маленькие отделения. Если бы так было, это бы и вес увеличивало бы сумки, и вместительность уменьшало бы по-любому. Ну так вот, основное отделение большое, и тут кармашек еще.
В нем можно и телефон держать, например. Или пачку салфеток. Это я как примеры даю. В общем-то, конечно, все может быть и другое. За все это время, сколько я ей пользуюсь, никаких повреждений, никаких царапин, ничего не порвано. Пользуюсь я интенсивно, каждый день практически беру с собой. Когда иду в город на прогулки. Стоила она мне, эта сумка, $7.66. Покупал я ее год назад, но я сегодня буквально проверил. Все так же этот товар стоит на продаже, продается. Так что можете хоть сейчас перейти по ссылке, заказать. Ссылка в описании находится. В описании к этому видео. Вот одной рукой я ее свободно, легко закрываю. И открываю. Честно говоря, замком я этим вообще не пользуюсь. Я даже и молнию не закрываю. Мне хватает, что верхняя крышка так вот прикрывает. Ну и все. Если я под дождем иду, конечно, я тогда молнию закрываю. Еще мне нравится очень, как она выглядит. По-моему, вот очень хороший такой мужской стиль. Простой. И просто, и со вкусом. Рисунок такой незамысловатый, но и не примитивный, я бы сказал. С одной стороны нейтральный, с другой стороны никакой не примитивный. Это все плюсы. Абсолютно это все преимущества. На 100% сумку рекомендую. Все, на этом все. Спасибо всем.